И всем привет, всем здорово, с вами Чайничек снова, и это у нас 100 подписчиков! Ура, бля! Я ж один. Кто здесь, блядь, будет праздновать эти 100 подписчиков вместе со мной? Это именно то, что никто. Блядь, аж грустно на душе стало. Ну ладно. У нас 100 подписчиков уже. Радуемся то, что нас 100 сабов. И самое прорывное видео у нас сейчас на канале, это Азамат Айталиев. Азамат Айталиев сейчас это вообще такая хрень, очень сильно хайпится. Неудивительно то, что он у меня в принципе неплохо набрал просмотров. Ну для меня неплохо. У меня никогда столько просмотров вообще не было. 1400 просмотров. Ну и короче, пьем в честь 100 сабов. Да, блять, у нас 100 сабов. И я когда-нибудь надеюсь, что у меня будет 5 миллионов, минимум, блять, 5 миллионов подписчиков. Но я на это надеюсь, ребят, блять. Мы сможем, сука. За вас, блять. Ой. Блять, как бы взять, сука. Бля, заебись. Все, круто. Попил водички. Вот, видите, все пустое. И всем спасибо вообще за просмотр этого видео. Подписывайтесь. Еще там смотрите еще какие-нибудь ролики. Спасибо всем, кто смотрит каждый ролик до конца и ставит вообще лайки. И все как бы. Я доволен, что у нас хотя бы, вот, помню видео на 50 сабов. Оно, правда, кринжовое получилось, я знаю. Да и вообще у меня весь канал кринжовый. Вот здесь вот кринжовое видео. Вообще вот, вот это кринжовое очень сильно видео. С инстасамкой, кстати, видео залетело. Тоже спасибо Ютубу, то что... Блять, Ютуб, я надеюсь, у меня будет 5 миллионов подписчиков. Я, блядь, сука, минимум, блядь. И, короче, ладно, все. Я не буду затягивать ролик. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки и комментируем это все дело, да, в комментариях.